Здравствуйте. В последние месяцы жалующийся на здоровье 75-летний Барри Алибасов практически исчез с радаров поклонников. Если раньше создатель группы регулярно появлялся на телевизионных эфирах, давал интервью и вел микроблог, в последнее время о нем ничего не слышно. Он покинул мир медийного пространства. В беседе с журналистами издания близкий друг продюсера Игорь Сандлер откровенно рассказал о том, что происходит. Как оказалось, Барри Каримовича изолировали от общества. Это сделала женщина по имени Елена, которая сейчас не спускает с музыканта глаз. Она привела Барри в нормальное состояние. Заботится о нем, что не передать словами. Изолировала его и правильно сделала. Барри заносит иногда налево и направо, и на поворотах. Поэтому Алибасова и надо было изолировать от многих. Не от всех, конечно. Лена знает, с кем ему стоит поддерживать контакт, а с кем не стоит. «С правильными людьми Барри общается», — отметил Сандлер. В число неугодных, однако, попал родной сын продюсера. Не так давно мужчина с горечью признавался, что ему практически не дают видеться с отцом. Барри Барревич скучает по родственнику, но также его волнуют вполне приземленные вопросы, связанные с наследством. Близкие опасаются, что имущество Алибасова может отойти посторонним людям. Впрочем, Игорь Сандлер в этом ничего плохого не видит. «Никто не знает, на кого Алибасов перепишет наследство. Могу сказать, что если он подпишет часть нажитого Лене, это будет правильно. Она достойна этого. Знаете, рядом с обеспеченными людьми бывают рядом трусы, которые хапают все подряд. А Лена больше отдает, чтобы жизнь Баррика была комфортная», – заключил Сандлер. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.